танцуем, не мне вас учить. Давайте стали веселее, там хватит дразнить меня. Я злой, я голодный, в голове с утра бардак. Это ты такой тут танцуешь модно, а я на работе как никак. Доля, Доля, ой ты, Доля, злая рэперская Доля. Может плюнуть, помолчать, пойти взять девчонку, что ли? Пока кружатся диски, кого-нибудь потискать. Пойду-ка ухвачу вон ту за***ку. Так, секундочку, только что здесь стояла живая женщина. Они уже с очкастым на балконе, лишь кастрюлями звенят. Волосатый сто пудов на кухне, минимум с двумя. Ну а губошлёпу все время места мало. Он вечно по кустам, по чердакам да по подвалам. Короче, может хватит, может кончите потом. Я не понял, у нас тут хип-хоп-пати или б***ский дом. Давайте собирайтесь, потанцевать-то в самом деле. Я вам все-таки супер-мега-диджей, а не сапер в борделе. Давай, мочи косматый. Bounce, 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 bounce. Everybody shake your body.
проплывают моря. Хотелось остаться в небе, как хотелось остаться. Допустим, я буду мэр столичный. Я все указы составлю лично, чтобы девчонки всегда хотели. В любой момент, в любой день недели хотели яростно и беззаветно любого, кто на расстоянии метра. И в темноте, и при свете солнца, и старых перцев, и мелких поцов, и чернобровых, и белобрысых, и даже толстых, рябых и лысых. И в поддержании моей платформы я буду лично сниматься в порно. Но это будет еще не скоро, и это очень большое горе. Шире вселенной горе мое.
опять окоп. Хочется крикнуть: эй, вперед! Но не находишь слов. Если звезда твоя не зажглась и некому благословить, как быть, сколь предадут друзья, как проучить лжецов. Хочется крикнуть: так нельзя, но не находишь слов. Слова популярнее день ото дня, просто их каждый.
способен понять. И если в жизни случись вдруг какая фигня, скажи, как заколебал ты меня. Скажи ему в лицо, заколебал ты! Слушай, авария дает совет, какой
вечера. Но когда сюда сегодня ребята пригласили меня, осталось бы навечно. Малинки, малинки, такие вечеринки, зеленые тропинки, где тихо и свежо. Малинки, малинки, брюнетки и блондинки, сережки и маринки. Эй, диджей, заряжай пластинки! Завтрашнему дню, когда тебе я позвоню.
возьми меня из темноты. Так одиноко бродить всю ночь у дома. Но если рядом ты, на небе звезды сияют по-другому мне. Здесь только ты и я, прохладный плен сентября. Нас окружают звезды.
Потом на сковороду эту мать в курицу кладу. Потом туда вагонка ей подсолнечного масла. Еще немного перца и протертой сырной массы. Еще воду морковки и покрошу лучку. А чтоб не вышел запах, можно врезать коньячку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях поле закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам. Тогда ваши яйца хорошо приготовляются. Яйца не в дом несут сытость и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца бесытны, полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком. И если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить, чтобы яйца запрели, лишь бы они не подгорели.
крышу. Собственно, я Дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка податый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше. Мне везти подарки в Польшу. С мешком в руках и в скороходах казаках. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. Простите, только нет сейчас Снегурочки со мной. Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на птицу.
хорошие.